Для нас здравоохранение, медицина – это основное направление, которым мы занимаемся и будем заниматься дальше. Я вам хочу сказать, что у нас есть врачи, доход которых за прошлый год составил 5,5-7 миллионов рублей. Это в районе президента. Ну, у президента меньше заработная плата. Ну, да, мы освободили от должности главного врача на Московской больнице. То есть туда просто, так сказать, ну, он просто с людьми не разговаривал вообще, то есть он их не видел. Мы дарим автомобили для тех врачей, которые приезжают работать на селе, для фельдшеров и врачей. Будет лучше, чем в Москве.